В Дагестане задержали мужчину, готовившего шашлык на вечном огне. Накануне в соцсетях распространился видеоролик, на котором видно, как местный житель жарит шашлыки на вечном огне и дает советы по правильному приготовлению. Огонь есть, даже уголь не надо. Да. Мужчина с видеоролика найден, его доставили в местный отдел полиции и составили протокол о нарушении.